Привет всем, друзья! В этом видео покажу и расскажу, как своими руками поменять порошковую проволоку на полуавтомате. Боковую крышку на сварочном аппарате нужно открыть. Остатки проволоки из горелки необходимо вытянуть. Новую упаковку с проволокой нужно скрыть. Старую катушку надо снять. Достаточно открутить барашек. Будьте аккуратнее, чтобы не потерять пружину. С новой катушки защитную пленку снимите. Также удалите бумагу. Конец проволоки возьмите в руку и катушку установите на свое место. Поставьте шайбу с пружиной и барашком затяните. Неровный конец проволоки откусите. Проволоку вставьте в рубашку, открутите ролик и по ролику дальше в рубашку пропустите проволоку. Когда проволока в рубашке окажется, ролик затяните. Теперь нужно включить аппарат. Горелку нужно взять в руки и нажать на кнопку протяжки проволоки. Горелку при этом нужно держать в сторону от глаз, чтобы ни в коем случае проволока в глаза не попала. Теперь нужно дождаться проволоку, пока она выйдет из сопла. Проволока удачно вышла. Теперь крышку аппарата нужно закрыть. Сварочный полуавтомат готов к работе. Кому видео было полезно, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи и добра!